Ермолаев Александр Александрович. Родился 7 января 1906 года в городе Златоусте, ныне Челябинской области, в семье рабочего железнодорожника. С 18 февраля по 15 октября 1942 года командовал 764-м стрелковым полком 232-й стрелковой дивизии в действующей армии с июля 1942 года. Сражался на Воронежском и Первом украинском фронтах. Принимал участие в Курской битве, в освобождении Левобережной Украины. 23 сентября 1943 года 565-й стрелковый полк под командованием майора Александра Ермолаева захватил плацдарм на правом берегу Днепра, удержал и расширил его, отразив все контратаки противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий и командований на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявлением при этом мужества и героизм майору Ермолаеву Александру Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза.